Гололед и обильные снегопады стали причиной массовых аварий на дорогах. По сообщению краевого ГИБДД, только за минувшие сутки на территории региона произошло свыше 50 ДТП. В социальных сетях автолюбители делятся видео дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло с участием общественного транспорта. На участке трассы Барнаул-Павловск водитель рейсового автобуса из-за гололеда не справился с управлением. Машину вынесло в кювет. Аналогичный случай произошел на трассе Барнаул-Горно-Алтайск в районе Косихи. Между тем, как нам сообщили в ГИБДД края, на борьбу со снегом направлено свыше 400 единиц уборочной техники. Наш корреспондент Кирилл Политов, который сегодня днем побывал в Топчихе, это примерно 100 километров от Барнаула, рассказал, что на протяжении всего пути был снегопад и плохая видимость. Вероятно, по этой причине нашей съемочной группе не удалось разглядеть большого количества снегоуборочной техники. Видели несколько машин. Одна из них разбрасывала реагенты, которые потом это все превратили в кашу, и пару тракторов. Это была федеральная трасса. На региональной трассе это, соответственно, поворот на Топчиху, там никого, и там катушка.